Другим темам. О существовании правил не подозревали. В Самаре один из магазинов полностью лишился всей алкогольной продукции. Проверка Минэкономразвития выявила множество нарушений. Владельцев магазина ожидают штрафы, а напитки – бульдозер. Подробнее Кирилл Козин. Мелкий магазин на углу улиц Матросова и Юных Пионеров – настоящая азбука нарушений. Пенным здесь торговали без регистрации в системе ЕГАИС, то есть бесконтрольно. Хозяина во время проверки не оказалось, и отдуваться пришлось продавщице. Она, как выяснилось, в тонкостях розничной торговли алкоголем оказалась не сильна. Вы вообще знали, подозревали, что у вас нарушениями алкоголь продается? На магазин пожаловались местные жители. По их словам, ночью здесь бывает аншлаг. Торгуют пивом, при этом доподлинно узнать его происхождение никак нельзя. А проверка, кроме отсутствия регистрации в системе ЕГАИС, выявила еще несколько нарушений. Теперь пенные напитки ожидает утилизация на одном из полигонов Самары, а владельцев магазина – штрафы. За каждую статью административного кодекса данный объект будет привлечен по 15-20 тысяч. То есть в среднем получается 45-50 тысяч. В таких магазинах гарантировано нарушение, если данная торговая точка не подключена к системе ГАИС, потому что одно нарушение вызывает ряд других. Проверки сотрудниками Минэкономразвития проводятся ежедневно по всей области по поручению губернатора. От успеха контроля за незаконным оборотом алкоголя зависит не только поступление средств от акцизов в бюджет, но и здоровье жителей региона. Кирилл Козин, Александр Дудко, новости губернии.